На Майдане продолжается протест частных предпринимателей за свои права против локдауна, против карантина этого, за право на труд. Люди хотят работать, а не сидеть дома на локдауне. Сейчас вам покажу, как тут оно. Все как всегда, тут палаточка стоит. Никого нету, как обычно. Вот народ стоит возле дороги. Ну, все как всегда.